Исчерпал ресурс, пора на замену. В Златоусте коммунальщики намерены устанавливать в старых домах индивидуальные бойлеры. Прежние центральные теплопункты обеспечивали горячей водой сразу несколько зданий и могли в любой момент выйти из строя. Подобная ситуация с горячей водой сложилась в доме номер 20 на улице Карла Маркса. Здесь общий водонагреватель установлен в здании музыкальной школы и питает сразу три дома. Сегодня коллективный бойлер находится в аварийном состоянии. В связи с этим управляющая компания пригласила жильцов на собрание. Мы предлагаем жителям, так скажем, решить вопрос таким именно образом. Установить индивидуальный водонагреватель и забыть вопрос. Коммунальщики рассказали, что основную часть средств для замены бойлера возьмут из денег, которые есть на балансе дома. Недостающую сумму планируют собрать с помощью индивидуального тарифа на содержание и текущий ремонт. Тем более, что такую схему уже успешно опробовали на улице Макаренко. Я как житель, я считаю, что это правильно, потому что если ну, так получается, это не так уж и намного поднимут тариф, это получается всего на 2 рубля 90 копеек, то есть это на 1 квадратный метр площади, то есть это в принципе ну, максимум на 200 рублей, на 250 поднимется, но зато будет нормально горячая вода идти в домах, а не так, как у нас сейчас, что у нас под вечер бывает вода просто холодная.